Так, чтобы завести или открыть наш супер новый КамАЗ, нужно первым делом включить массу. Чтобы открыть и завести. Так, это раз. Так, первый шаг выполнили. Вот у нас супер ключи. Теперь уже открываем. Открыли. Щелчок. Вот они просто нереально красивые. Ох, и цвет другой. Так, смотрим. 4 ступеньки. Так, ключи мы вставляем вот таким образом. До упора. До упора, никуда больше не нажимая. И вот он у нас и завелся, да? Не завелся. А не завелся еще. Не заведешь. Так, а нажимаю на старт, стоп. Вот и смотри на табло, должно все загореться. Блять, успел, ладно. Ну и все у тебя сейчас, там все загорится должно. Вон, смотри. Ага. Телефон можешь сюда подключить. Телефон, навигация, радио, интернет. Вот сюда, видишь, вот. Ага. Тут два этих. USB входы. Да. Вот он наш. Навигация, пожалуйста, тебе. Видишь, навитал сразу. Угу. Да, да. Все по-взрослому. Все по-взрослому. Там вот сильно, должен еще холодильник сильно стоять. Должен. Должен. Смотри какой. Да. Да. Коробка автомат. Все как положено. 450 кобыл. Что тебе еще? Так, а где у нас? А где сама коробка-то? Ну, в смысле, просто все сама вот идет же, и все. Вот же у тебя. Вот она. Вот. Как на Мерсах, короче. Как на КамАЗе. Как на КамАЗе теперь. Надо так говорить, да. Да. Сильно. На Мерсах как на КамАЗе.